Всех приветствую на канале. Давно не был. Были свои дела. Значит, на ремонте сегодня будет iPhone 5S. Перезагружается на красном экране. Не топленный. Но был когда-то ударенный. На блоке питания 70-80 мА. При загрузке на яблоке 150-180 допрыгивает там до 400 и прыгает в красный экран. Когда прыгает, когда не прыгает. Вот сейчас просто ребутится. Если чуть-чуть придавим, сейчас мы NAND, скорее всего прыгнет на красный экран. О, вот так вот это происходит. Будем снимать NAND и перекатывать его. Отключать видео не буду, будет нон-стоп. Телефончик со слов клиента. Так, сейчас микрофончик поправлю, чтобы было слышно. Со слов клиента был когда-то ударенный. После этого он работал, перезагружался. Ну, в общем, перезагружается, соответственно, не работает. Это не работа для телефона. И так он к нам и попал. На канале очень мало сейчас видео по ремонту айфонов. Я их особо не снимаю, потому что нужно каждый ролик, наверное, все-таки грамотно подготовить, а так как людям нужно сразу выдать телефон, вокруг камеры бегать некогда, поэтому все происходит именно так. Быстро нашли поломку, сделали и выдали. Если снимать на камеру, то это определенное время, плюс если еще монтаж какой-то делать, это вообще вдвойне больше затратно. Значит, вот так выглядит задняя плата, уже его ремонтировали. Ну, как описывал клиент, его не ремонтировали, а прогрели. Потому что компаунд на нем присутствует. Да, компаунд на нем присутствует. Закидываем сразу на плату, сдергиваем NAND. Делаем хранение нанда, ресетим его и вперед. Так, тут еще две петельки на согласование. Один 3 стар, другой, а другой ничего сложного, дисплейчик с какими-то там мелочами. Так, буду вот так вот работать, мне так будет удобней. Надеюсь, картинка будет видна. Ну вот так вот, сейчас свет попробуем убрать. Так, лампа греты. Значит, принцип такой. Подогрева я не пользуюсь, на нее нету смысла. Ставим температуру 300 градусов. На Quick 857, на Луке работал 330. На Quick хватает 300 даже за глаза. Так, достает. Значит, пока сдуваем на 200 градусах компаунд. И заодно прогреется плата.
особое внимание уделяем в районе подсветки. Ну, в данном случае она тут практически не залита компаундом. И в районе подсветки фонарика, вспышки, верхняя часть нанды. Потому что при снятии его начнет задирать. И потом двойную работу по восстановлению этих компонентов. Так, есть, я ее очистил. Добавляем до 300 и снимаем. Пока плата горячая, очищаем остатки флюса. Остатки флюса, а не флюса, а этого компаунда. Давай. Здорово. Не в курсе, давай по прайсу поищу, перезвоню. Нужны, заеду, заберу. Я все никак в том районе не бываю. Пусть лежат, заберу. Все, да, наберу. 7C, да? Все, хорошо.
Так, вымыли. Плата чуть подостыла. Нам нужно теперь ее проверить, подоткнуть к компьютеру, чтобы она определялась. Если не определяется, значит угрели оперативку или прут. Так, компьютер щелкнул. Надеюсь, это слышно. А если не слышно, сейчас покажу. Так, сейчас обновляется программка. Ладно, iTunes он вон весь вычился. Видно, что компьютер определил плату. Вот она. Плата у нас определилась. Поехали дальше. Значит, манипуляции какие дальше следует сделать, чтобы потом не искать причину. Берем колодку пятерочную. Ставим дисплей. Так, дисплей нам без разницы, какой угодно. Собираем это в обратной последовательности для каких целей. Возможно, что он и включится так. То есть нам не придется прошивать, там программировать. В общем, колодочка вот это неудобно. Сделать бы тут распил под дисплейчики. Вообще было бы отличная вещь. Вот так. Это неудобно.
смысл, то, что там... Засветился, но с полосками это у нас. Алло, алло. Да, алло, говори, говори. Алло. Так, все, видим здесь, что он загружается с красным экраном, значит, мы не перегрели его, процессор у нас с оперативкой в порядке. Можно... восстанавливать надо. Включаемся к боксу. Этот бокс самый, наверное, популярный программатор на айфоне. PCIe практически не пользуется, очень редко. Так, значит, выбираем 5S-ку, убираем две галки нижние, они нам не нужны. Делаем диск-тест. Делаем экстракт. Все вот это добро сохраняем. Взываем его 5S. Сирени там на 3 будет. Вставляем, закрываем, сохраняем, проверяем. Все на месте. Дальше мы делаем следующее действие. Нажимаем вот эти две галочки. Нажимаем. Цвет выбираем, конечно, белый. Сейчас пятиску найду. Сейчас мини-блэк. Чуть нету так. Так, в общем, что-то он не дает мне выбора. Пятиски белый. Блок есть. Ага, вот он нашел 5S белый. Есть. И нажимаем. Кайт. Он ее предварительно стирает. И дальше записывает все то же самое, что было в ней. То есть те же самые данные. Нам останется ее только прошить. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут по обновлениям. То эти прошивки надоели уже. Каждый день там выкачиваешь их, выкачиваешь. Что тут у нас новенького? iPhone 5S.
iPhone 5s. Уже 12.0, 11.4. В общем, не помню, когда я что скачивал. Сейчас посмотрим. Давно мне на прошивке телефона, мне были в основном залитики или ударники. Возвращаемся к столу. Значит, тут у нас такие манипуляции. Нам нужно прошить его обязательно с кнопкой Home, чтобы 100 раз не шить. И делаю я такую вот фигню. Сейчас покажу. Значит, вставляю сим-карту. Кусочек ватки на размыкание. Чтобы потом его сразу активировать, не лазить туда 100 раз. Так, вот тут у нас экран есть другого телефона, надо их не попутать. Так, потом вот так, накрываем, так, это оригинальный экран, мы его ставим сюда, кнопку Home будем подключать, а это у нас визуальный контроль. Батарейка все-таки придется поставить. Это. Вот такая вот лепуха. Китайцы думали, думали, хрен что додумали. Лепуха. Так, кнопка Home тоже подключена. Так. iPhone в режиме восстановления. Теперь нажимаем восстановить. Дефолт, точнее, прошиваем. Блин, прошивки нету. Так, а тут... И тут прошивки у меня нет. В общем, качать ее теперь придется. Видите, ладно. Ждем загрузки. Да, значит, прерываю я видео, смысла нету выжидать эту прошивку, а дальше...
Так, доделал я этот чудо-аппарат. Сейчас расскажу, что. Значит, телефончик ожил со второго раза. Сейчас попробую серийник сказать. Он еще на колодке. Значит, проделанные были манипуляции. Нант перекатал, прошился полностью без ошибок. И после прошивки начал падать на режим восстановления. Как итог, оказался нерабочий нант. Поставили другой, прошился и включился без проблем. То есть нант здесь умер. То есть он был не в отвале именно, а просто он физически сдох. То есть вот такие вот дела. Дальше мы сейчас его накатаем и установим на корпус всю эту начинку. Я думаю, как таковое видео дальше продолжать нету смысла. То есть сам смысл был то, что нант на нем физически умер. Так что если у кого-то есть такая проблема, что он именно прошивается и падает в рекавери, в режим восстановления, то меняйте нант. Все, всем пока, удачи. Будем что-нибудь стараться интересное писать, но пока таких интересных моментов нету. В основном стандартные поломочки.